Сергей Владимирович назначен командиром 201-й военной базы. Как сегодня сказал министр обороны Республики Таджикистан, это самый главный стабилизирующий фактор всей Центральной Азии. Прошедший огни и войны, заслуженный полковник, будущий, вне всякого сомнения, военачальник прибыл, чтобы еще очередной шаг повышения боевой готовности, повышения воинского мастерства 201-й базы сделано под его руководством. Равнение направо! Шагом! Марш!